Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствие и почтение! Завершаем апрель месяц и готовимся к празднику Весак, когда небо станет открытым для всех. 6 мая. Сегодня вашему вниманию предлагаю тему «Признаки мастерства». Крайон. Начнем с маленькой медитации Моники Муранги. Итак, давайте перейдем к небольшой медитации. Пока мы готовимся к челленджу Крайона, на этом прекрасном мероприятии нам действительно нечего делать, и мы просто расслабимся. И поэтому я приглашаю вас прикрыть глаза и сосредоточиться на теле, на том, что происходит в этот момент в клетках вашего тела. Привнесите эту связь в свое тело. И когда вы почувствуете связь с клетками вашего тела, сосредоточьте ваше внимание на энергии ваших ног. И почувствуйте, ощутите или представьте ту связь, которую мы разделяем с планетой под нашими ногами. Почувствуйте энергию Гаи, нашей прекрасной планеты, которая здесь рядом, чтобы поддержать нас, которая находится в партнерстве с нами. И когда вы почувствуете и ощутите энергию планеты в партнерстве с вами, потяните эту энергию вверх. Ваше тело. Перемещайте эту энергию с ног на колени, бедра и выше, в живот, грудь, шею, руки, кисти. Пусть эта энергия пройдет через вашу голову и выйдет из макушки. И представьте эту связь, которая у вас есть с космосом, соединяя ее с энергией Земли и с энергией звезд. И потом, когда вы почувствуете, что сила и основная энергия внутри вас усиливаются, вы даже можете почувствовать пузырь, выходящий из вас, и как пузырь связи расширяется. Он соединяется с другими пузырями, которые находятся вокруг вас в данный момент. Таким образом, все наши пузыри начинают объединяться друг с другом, и эта связь действительно начинает усиливаться. И поэтому, просто сидя здесь и соединяясь с энергией Земли и энергией звезд, вы расширяете свой пузырь за пределы физического тела, и когда мы соберем все пузыри вместе, мы создадим один большой пузырь. Если вы визуализируете эту комнату с одним большим пузырем, который расширяется еще дальше, соединяясь с каждым пузырем, который находится внутри отеля, он усиливается. Мы продолжаем посылать этот пузырь, который теперь выходит за пределы отеля, за пределы города, за пределы штата, за пределы страны, за пределы Земли. Теперь этот пузырь охватывает всю планету, нашу прекрасную планету, находящуюся с нами в партнерстве. И с этим пузырем связи мы находимся в прекрасном месте, где мы получаем послание любви от Крайона. Крайон Ли Кэрол. Приветствую вас, дорогие! Я Крайон из магнитной службы. Те, кто раньше не имел опыта челленджа, прямо сейчас я приглашаю вас забыть все, что может прервать мысль, которую я дам вам. Вы великолепны. Вы все, каждый из вас, отложив в сторону все мысли. Кроме того, вы попадаете в состояние, чтобы вы могли получать это послание так, как иначе вы не смогли бы. Всегда есть те, кто приходит посмотреть, на что это похоже, проанализировать это и посмотреть на это, возможно, соскучившись по тому великолепию, которое здесь приготовлено для вас. Мы приглашаем вас сюрреалистичным образом окружить себя состраданием и любовью, которые есть, это ваше родословное, это то, кем вы являетесь.
как много из тех, кто состоит в религиозных кругах или посещают религиозные здания, чтобы поклоняться, сказали бы вам, что вы настолько достойны, что можете посмотреть в глаза Духу и сказать: «Я знаю тебя». Вы настолько достойны быть частью более широкой картины, о которой вам толком никто не рассказывал. Сейчас начинает пробуждаться очень много молодых людей. Что, если есть что-то большее, чем им когда-либо рассказывали о Творце? Что, если бы вы могли отбросить все правила и доктрины и начать все сначала? И понять, что вы рождены великолепными. И вы начинаете отсюда. Дорогие, прямо сейчас на вашей планете, особенно в этой стране, даже в этой комнате речь идет о том, чтобы осознать, кем вы являетесь, и начать очищать луковицу дуальности, позволив всему остальному медленно отслоиться от вас, поскольку вы понимаете, что существует большая реальность, которую вы не ожидали. Это так часто напоминает вам притчу, которую я приводил вам, и вы уже слышали ее раньше, о мастере-художнике, который осматривает гранитную глыбу и решает, что нужно удалить, чтобы создать шедевр, находящийся внутри. Вот кто вы такие. Мы говорили об этом особенно за последние 2 года снова и снова, что теперь у вас есть новые инструменты, хотя вы, возможно, были частью того, что вы называете новой эпохой. В течение многих лет есть инструменты, которые вы не ожидали, улучшающие то, что, как вы думали, было там. Некоторые из вас даже не хотят этого видеть, потому что вы застряли в том, что вы знаете. И это часть того, о чем мой партнер собирается сегодня поговорить. Я хотел бы вкратце рассказать о 4 признаках мастерства, и один из них был дан даже сегодня. Этот конкретный челлендж, я знаю, что я повторю, это новые вещи, и только недавно я поделился этими идеями с моим партнером. Здесь есть глубина этих признаков. Номер 1. Мастерство обладает миролюбивым отношением, мудростью и пониманием среди хаоса. Этот признак мастерства говорит о том, что независимо от того, что происходит внутри вас, и у вас есть способность не быть частью этого. Вы являетесь частью этого, потому что вы живете в трехмерности. Возможно, вы находитесь с семьей, которая страдает от неблагополучия и распадается, или вы живете в сообществе, которое оправляется от страшных, ужасных вещей, которые они, возможно, не ожидали и пережили. И даже среди них есть те, кто понимает, что они должны быть спокойны. Они могут заглянуть в свое сердце и посреди хаоса всего того, что их окружает, почувствовать любовь Бога. Любовь, которой они владеют, потому что они являются ее частью, исходящей не от Творца, а изнутри. Дорогие, Бог пребывает в вас, так же, как и в небесах, на которые вы смотрите. Это часть замысла. Ваша душа – творение Бога, и вы находитесь в ней. И это вы. Вы не отделены от Бога. И это означает, что признаки мастерства принадлежат также и вам. Они принадлежат вам, чтобы создать, понимать, развиваться. Позвольте всем вещам дуальности исчезнуть, чтобы вы могли увидеть внутреннее мастерство и быть способными делать некоторые из этих вещей. И когда вы начнете их делать, у вас улучшается здоровье, вы начинаете жить дольше, начинайте понимать эликсир молодости, эликсир радости, и все то, что, возможно, вы избегали всю жизнь, становится гораздо проще достичь, потому что вы осознаете, кем вы являетесь. Это был номер 1 – способность сохранять спокойствие, умиротворение,
отношения посреди всего, что вас окружает, среди хаоса. Номер два. Упоминавшееся ранее. Мастерство не реагирует, мастерство наблюдает. И в наблюдении за происходящими вещами ищите сострадательное действие. Это нелегкий вопрос. Когда кто-то перед вами расстроен или говорит, что вы не правы, или просит вас измениться, или задает вопросы, которые могут показаться для вас критикой вас и вашей жизни, или того, как вы смотрите на вещи, какова будет ваша реакция. Дорогие, человеческое существо на начальном этапе предназначено для выживания, а в обществе речь идет не столько о выживании, сколько спасаться бегом от бенгальского тигра, сколько о сохранении того, кто вы есть, неприкосновенности. И когда кто-либо нападает на вас и ставит под сомнение то, во что вы верите, или, что еще хуже, обзывает вас, ваша мгновенная реакция – это защита. Опять же, мастерство не реагирует, мастерство наблюдает. Представьте себе, что кто-то подходит к вам и делает подобные вещи, но вы не реагируете вообще. Вместо этого вы наблюдаете за ним. Вы сразу понимаете, что ему что-то доставляет боль. Возможно, у него проблемы. И он расстроен. И это не имеет к вам никакого отношения. Но его слова адресованы вам, потому что он делает все возможное, чтобы избавиться от того, что с ним происходит. Наблюдая за этим, вы обращаетесь к состраданию. Не защищаетесь, а вместо этого говорите: «Я люблю и уважаю вас за все, что вы есть». Вы не извиняетесь за то, что не соответствуете их стандартам. Вы просто любите их. Многие ли из вас способны так поступить? Это и есть мастерство. Номер три. Мастерство окружает себя светом. Все время вы окружаете себя светом, независимо от того, или это перед сном, или когда вы просыпаетесь, куда бы вы ни шли, вы толкаете этот свет перед собой и не реагируете на неблагополучные вещи. Окружение себя светом – это ключ к двум другим первым признакам мастерства. Когда вы окружаете себя светом Творца, которым вы можете себя окружить, это ваше дело. Тогда вы не реагируете. Вы спокойны среди хаоса. У вас есть эта визуализация, что вы находитесь в пузыре света, и вы окружены им, что позволяет вам создавать подходящие к вам вещи. И в этом творении вы поймете, действительно ли вы создаете вашу собственную реальность, или же это просто иллюзия. И вы понимаете, что после того, как к вам начинает приходить много вещей, которых вы не ожидали, вы скажете: «Я создаю это». И вы будете правы, потому что свет притягивает такие вещи. Это мастерство. Последний номер четыре. О нем стоит подумать, потому что я припас его напоследок. Мастерство отвергает полностью, отвергает все, что может принизить другого человека. Любое непристойное выражение, словоблудие, любые мысли, унижающие другого человека. Это означает, что в вашей группе, в которой вы находитесь, вы не стали бы сплетничать. Вы бы не почувствовали себя выше, если бы вы высказались, что другой человек хуже вас. Мастерство отвергает идею принижения, величия и великолепие любого другого человеческого существа на планете. Об этом стоит задуматься, дорогие, потому что есть люди, вся жизнь которых вращается вокруг того, чтобы унижать других. И вы это знаете, и вы понимаете, о чем я говорю. Возможно, находясь, например, на семейном собрании, где происходит такая вещь, но вы не присоединяетесь к этому. И это очевидно, что вы не присоединились. Другие смотрят на вас в недоумении. А ты как думаешь насчет этого? В
В этот момент вы тщательно подбираете слова, но меня это беспокоит не так сильно, как вас. Я хочу видеть хорошее во всем, именно поэтому я спокоен. И это не значит, что вы лучше их. Просто у вас есть мысли, отличающиеся от них. Они могут принять это или нет. Но само ваше заявление говорит о том, что вы не собираетесь этого делать. Свет привлекателен для этого, и найдутся такие, кто придет к вам с вопросом. «Я хочу иметь то, что у тебя есть. Я видел, как ты работаешь с другими. Я видел, как ты работаешь с клиентами на работе. Что у тебя есть такого, чего нет у меня?» И тогда вы сможете поделиться с ними тем, что вы обнаружили. И то, чем вы поделитесь, это не доктрина. Это не евангельское учение или евангельская истина, которую вам преподали или вы изучили по книге, которая у вас есть. То, что они видят, является образцом вашей жизни. Вас они видят любовь, они видят сострадание, и, возможно, этого никогда раньше не видели ни в одном человеческом существе, ни в книге. Именно поэтому вы находитесь здесь. Посреди всего, что здесь есть, посреди хаоса, вы выбрали сидеть в этих креслах, потому что знаете, что существует что-то гораздо большее, что нужно понять. Это есть свет, чтобы начать понимать, возможно, как этого достичь. И как найти эту прекрасную, великолепную статую внутри гранитной глыбы? Возможно, это и есть начало всей вашей остальной жизни. Я, Крайон, влюбленный в человечество. Я вернусь, и так оно и есть.